Кубок Ненецкого округа по баскетболу среди женских команд завершен. В течение 5 дней с 15 по 20 ноября во Дворце спорта «Норд» лучшие баскетболистки боролись за первое место. Как это было и кто в итоге забрал кубок соревнований себе? В материале Алины Выучейской. Этот финальный матч не совсем обычный. За кубок борются учителя и их ученики. Галина Палишева, тренер Дворца спорта «Норд» по баскетболу, сегодня на поле в качестве игрока. Исход игр всегда исходил, конечно, от мастерства игроков, от их действий игровых, командных на площадке, от точности передач, бросков и от личного, конечно, желания победить. Лучшая награда для тренера – победа его воспитанников. Протеже Галины Анатольевны Мария Кичкина сегодня в команде победителей. Девушка признается, баскетбол для нее не просто хобби, а нечто большее. Баскетбол – это игра 21 века. Энергично, подвижно, много новых знакомств. Алена Манзадей играет за команду социально-гуманитарного колледжа. Баскетболистка и раньше участвовала в соревнованиях, правда, масштабом поменьше. Ну, сам вид мяча этого баскетбольного, он приводит меня в восторг. Но когда я была поменьше, я почему-то сразу выбрала баскетбол. Я сама не знаю, как интуиция или что-то такое, но я просто баскетбол полюбила и все. Всего в соревнованиях участвовали 6 команд. «Норд» и «Норд-2», «Учитель», «Юность», команда девушек из СГК и «Наэта». На пьедестал третьей ступеньки встала команда СГК. Второе место в нелегкой борьбе завоевала команда «Учитель». Кубок Ненецкого автономного округа по баскетболу среди женских команд получила команда «Норд». Алина Выучейская, Леонид Шишилов, телеканал «Север».